Кто это? Враг! Это враг, который хочет тебя забить, хочет отнять у тебя все, что ты имеешь, хочет опустить тебя, что ты не умеешь играть. Столь именитый баскетболист в стенах спорткомплекса «Вознесенский», пожалуй, впервые. Иван Едешко, олимпийский чемпион 1972 года в Мюнхене. В Ярославль приехал, чтобы провести мастер-класс для тренеров спортивных школ и молодежной команды «Буревестника» «Буря». Этот игрок уже очень опытный, как бы чемпион мира. Конечно, бы хотелось, чтобы это, ну, даже почаще бы к нам приезжал. Много для себя нового узнали, какие фишки есть, как вообще тренироваться нужно, для чего. Энергетика во время практического занятия зашкаливает. Заслуженный мастер спорта СССР Иван Едешко объясняет настолько доходчиво, что игроки понимают его с полуслова. Кто это для тебя? Ты в защите играешь? А? Противник. Гад, негодяй. Он деньги у тебя отнимает, а ты встаешь и улыбаешься. Болельщики старшего поколения помнят Ивана Едешко в первую очередь по финальному поединку Олимпийских игр. Тогда, в далеком 72-м, именно он отдал золотой пас Александру Белову за 3 секунды до конца матча с командой США. И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа! Сам прославленный спортсмен особо не любит вспоминать тот триумфальный эпизод. Вы нам покажете тот прекрасную свою передачу из лицевой Белов. Покажете? Меня журналисты уже этими забили этим вопросом. Такого масштабного семинара в нашем городе не проходило уже более 10 лет. В Ярославль именитый специалист приехал по приглашению баскетбольного клуба «Буревестник». За действиями Едешко в этот день следили более 50 человек. Некоторые даже специально приехали из других регионов, чтобы просто вживую увидеть олимпийского чемпиона. Ну а ребята не упустили шанс и сфотографировались с легендой. Победа! Нет, говорим, стоп. И все говорим, победа. И мы получимся все с улыбкой. Понятно, да? Раз, два, три. Победа! Денис Мороев, Сергей Мазилов. День в событиях.